Темп, прессинг, жесткие единоборства, скоростные атаки, броски, отличная игра вратарей, смена ритма и тактики. Команды попытались реализовать свои сильные качества. Лучше сыграли футболисты прогресса. Два точных броска из-под защитника с разворота. Мгновенный ответ игроков клуба «Большие детали». Серия быстрых атак. Главный герой первой части матча – вратарь «Прогресса» и сборной региона Никита Фадеев. Голкипер сыграл надежно, и «Прогресс» повел 2-0. Удалось начать с двух голов. Потом соперник проявил характер и начал больше атаковать. Нам пришлось защищаться и играть вторым номером, чтобы удержать преимущество. Соперничество в том же стиле. Прогресс силен в защите и опасен в контратаках. В составе больших деталей несколько техничных нападающих с хорошим броском. Волевые скоростные атаки, обмен голами. Лучший бомбардир прогресса Вадим Мазалов здорово сыграл на пятачке перед воротами. Футболисты клуба «Большие детали» реализовали свой конек. Кистевые броски сократили разрыв 3-1. Могли забить больше. Натиск игроков в оранжевых футболках. Игра пошла, моментов много было, просто не реализовывали. Последний пас не очень хороший был. Не все получалось просто. Футболисты «Прогресса» сыграли эффективнее. Команда цепко действовала в защите, реализовала свои моменты в быстрых атаках. Серик Акузов забросил важный мяч добивания. Вадим Мазалов и Артем Ковальчук развили успех. «Прогресс» победил со счетом 6-1 и вышел в полуфинал Кубка Лиги. После счета 3-1 мы просто играли в свою игру. В обороне сыграли достаточно плотно, ну, почти безопасных моментов. То есть почти ничего не дали им создать у нас за спиной. Соответственно, ну, у нас лучшая оборона. Все. У нас лучшая оборона в чемпионате. Можно посмотреть по турнирной таблице. В других матчах полет взял верх над «Армадой» 6-5. Футболисты «Юности» выиграли у «Энергии» со счетом 8-0. Победитель нынешнего чемпионата клуб «Хок» разгромил команду «Ветераны» 11-1. В полуфинале Кубка «Прогресс» сразится с «Юностью», а «Хок» с «Полетом». Полуфинальные поединки соревнования пройдут в эти выходные. Решающие матчи состоятся 5 мая. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, «Антенна 7».